Марина Громова приехала в Челябинск из Республики Казахстан. Она хочет поступить на химический факультет и стать экологом, потому что считает, что это профессия будущего, и они всегда нужны, особенно в нашем городе. Марине выделили место во втором общежитии, где она сейчас и проживает. Я приехала из Республики Казахстан, подала документы, подписала все заявления и планирую здесь дальше оставаться. Мы живем в комнате втроем, нас все устраивает, нам весело, мы общаемся, учим уроки, нас все устраивает. В этом году студенческий городок выделит места для проживания всем иногородним абитуриентам. Условия одинаковы. Общежитие коридорного типа, в комнаты заселяют по 4 человека. Руководство студенческого городка старается создать все условия для того, чтобы абитуриенты и студенты чувствовали себя как дома. Мы рады приветствовать тех ребят, которые решили поступить в Южноуральский государственный университет. Ждем их. Рады приветствовать их здесь. Постараемся максимально подготовить хорошо общежитие, чтобы когда они будут поселяться уже не как абитуриенты, а как студенты, чтобы все-таки они чувствовали домашнюю обстановку в общежитии. Ведь им предстоит жить в этих общежитиях 4 года. Для получения места в общежитии необходимо сдать документы в приемную комиссию и получить направление на заселение. С ним прийти во второе общежитие в кабинет 103, после чего абитуриентов расселят по комнатам.